Друзья, всех приветствую на нашем канале. Сегодня хочу рассказать об образовании в Австрии. Образование в Австрии известно высоким качеством преподавания и отличными условиями для жизни студентов. Высшее образование в Австрии дает иностранному студенту следующие преимущества. Получение австрийского ВНЖ и посещение стран, входящих в Евросоюз, без оформления визы. Проживание в Австрии по ВНЖ в течение полугода после окончания учебы, возможность подрабатывать свободное от учебы время, прохождение стажировок в европейских фирмах, диплом, открывающий массу карьерных возможностей в Австрии и других европейских государствах. Существуют следующие ступени высшего образования в Австрии. Бакалавр, на него учатся 6 семестров, затем мастер еще 4 семестра. Это образование получают на основании бакалавриата. После мастера следует доктор, еще 6 семестров с последующим присвоением степени доктора наук. Необходимые для поступления в австрийский вуз документы. Аттестат за 11 класс или заменяющего документ для магистратуры и докторантуры, соответствующий диплом о высшем образовании. Австрийское образование отличается следующими особенностями. Для развитой европейской страны оно не очень дорогое, можно учиться за 700 с небольшим евро в семестр. Поступать можно в любом возрасте. Для абитуриентов сразу после школы процедура поступления немного сложнее. Можно поступить в австрийский вуз, предварительно отучившись в стране происхождения на первом курсе. Также можно уже с дипломом о высшем образовании выбрать магистратуру или аспирантуру. Австрийские вузы позволяют учиться ускоренно, самостоятельным составлением учебного плана и даже плана экзаменов. Образование, полученное в Австрии, высоко ценится на международном уровне. Действующая в стране система обучения соответствует болонской системе. Австрийские вузы на многие факультеты можно поступить без вступительных экзаменов, что не касается таких специальностей, как медицина, журналистика, фармацевтика. На большинство специальностей можно поступать в любом возрасте. По студенческой визе в Австрии можно подрабатывать свободное от учебы время фрилансером или трудиться по найму до 20 часов в неделю. Закончив обучение, выпускник получает годовую визу, с которой можно искать работу. Набор в австрийские вузы проводится два раза в год, на зимние и летние семестры. Студент должен располагать документальным подтверждением наличия у него жилплощади в городе, где будет проходить учеба. Подойдет право на получение места в общежитии. Приблизительные расходы на учебу и проживание в Австрии. Виза и страховка обойдутся студенту ориентировочно в 200 евро. Для оформления миграционного документа нужно иметь на банковском счете не менее 6000 евро для лиц до 24 лет или 11000 евро для лиц старше 24 лет. Переезд в Австрию обойдется примерно 500 евро. Обучение может стоить 350-700 евро за семестр. За оформление ВНЖ на год нужно будет отдать еще 150 евро. Аренда жилья или проживание в общежитии обойдутся в 250-400 евро. Друзья, если вы хотите получить образование в Австрии, обращайтесь к нашим специалистам в мессенджеру по телефону, который мы ставим под этим видео. Спасибо за внимание!